Господа, а мы начинаем тем самым начинать, и наш крутейший оператор Адвока ведет съемку. Здесь мы делаем на самом деле банальное блюдо, очень простое, но занимает, ну, 2 часа времени. Да, это долго, но вот как-то так и никак иначе. Вот. Зато это будет блюдо называться мясо по-кремлевски. И как будет по готовности, мы обязательно вам покажем. Это верхотура. Это будет, ну, мясо с мясом. Разве это не вкусно? Это не сыр, это масло сливочное. Пускай будет. И последним штрихом мы сделаем, добавим, я от себя добавлю грибов. Здесь у нас получается слоями выкладываем мясо, говядину, выкладываем слоем лук, выкладываем слоем снова говядину, мясо, и поверх выкладываем сливочным маслом. После чего мы благополучно заливаем все это водой. Сейчас. Это все дело у меня после масла, руки, конечно, масляные, но это не беда. Здесь мы именно покрываем поверху, чтобы вот, вот так вот. То есть сильно много тоже не надо. Дальше ждем, оно все дело сделает само. 2,5-3 часа, больше, как говорится, плохо не будет. Меньше не надо, а больше пусть будет. Ну вот и сделаем вот примерно так. Все, забываем это где-то на 2,5 часа. После мы добавляем солюшки, грибочков, ну и немножечко зеленого лучка, но это совсем завершающий такой штришок. Ну, собственно, вот. Вот такое блюдо у нас на сегодня. Господа, тем самым, пока у нас варится наше жужево, а это, напомню, мясо по-кремлевски. Вот сюда на этот закат хочу присесть. А это у нас Ярослав идет. Вот, посмотрите на себя. Всем привет. Вот, лодка больше, чем он сам. А это его племянник, да. А имя-то как? Руслан. Ну вот. Все, они пошли. Завтра еще с ними порыбачим, покажем вообще, кто здесь водится и вообще как их зовут. Как говорится, совместно будем сделать, посмотреть. Да? А иначе никак. Иначе никак. Да. Вот так вот наше бомжевище, как я уже говорил, мы построили. Здесь у нас вот так наша самодельная самопальная маркиза. В 2, скажем так, сурфа. Ну, у нас фуранер. Это у Кирюхи сурф. Моторы идентичны, 3, 4, 5ВЗ. У нас, за исключением тунинг, это сверху бокс, что очень хорошо. Самое главное, зацените, какой вид. Шикардосный, да? А, вот, кстати, предисловие, почему я не делюсь местами последнее время. Просто посмотрите вот сюда. Разве это свинья сделала или... Кто, что за животное такое могло сделать? Никакое. Это человек. А человеком я бы не назвал, кто вот так вот делает. Это алканавты. Ну, смотрите, здесь одна сивуха. То есть, ну, блин, камон, мужики, заберите с собой. Ну, ладно, кому я это рассказываю? Ведь среди моих подписчиков я уверен, что таких нету. Вот. Настоящий рыбак, он всегда уберет за собой мусор. За собой и за мудаком. Потому что, только потому, что он не мудак, поэтому и уберет. Вот так вот бывает. Насладимся этими прекрасными видами. Закатиком. Шикарная погодка. Просто кайф. Лет 7 не был тут. Не, на самом деле не 7, я года 3 назад сюда приезжал, но место уже всячески изменилось. А так, 7 лет назад где-то, 7-8, может, рыбачили хороших, тут чушек доставали.
Тогда мы не промышляли всякими видеоблогами и все такое. Раньше это было не модно. Раньше было модно вот так вот выйти на реку, сесть в одного, отдохнуть. Это было классно. Да. Очень радует, что вот молодое поколение приобщает к вот этому всякому делу, скажем так, правильному ремеслу, именно правильной рыбалке. Господа человеки, забыл такой вот момент добавить, что сейчас уже по готовности миску почти я добавил грибочка. Это мой, так скажем так, от себе вот такой штрих. И все, блюдо готово. То есть нужно подождать еще минут 10? Не, скорее 15-20, и будет прям супер-пупер. Угу. Очень вкусно, нажористо. В общем, вот такие вот дела. Всем добрейшего утра. Мы тут с Кирюхой на поплавочку отрываемся, как говорится. Утряночку ловим. Ну, Кирюхи клюет, сейчас можно даже вытащить. Опа, смотри, как ведет, а. Хороший, слушай. Ну, какие агломоны. Смотри, утренний, да? Красота. Ну да, снимай. Ну. Один за один. Да, у меня поплавок прямо на солнце, конечно, лежит. Это. Ах ты! Выложила поплавок так интересно, но нету никого. Ну да, я тоже так думаю. Да и плюс снесет чуть-чуть. Ну, поклевочка была, но никто не поймался. Хотя почти кукурузу сдернули. Иди сюда. Небольшой. Смотри, какой дракон. Давай. Ну, смотри, не отваливается. Плотно взялся. Ну, тогда сразу в кастрюлю отваливается. Так. Утренний Карасевич. На голый крючок лупанул. Смотри, чтобы он чуть-чуть на резинке поболтал, пока не... Так, это тогда сбоку, чтобы немножко поамортизировал. Да. Пусть погуляет, да? Да. Так. Ух ты. Дает, дает. Тихонечко. Нормально так ощущается на течении. Сейчас посмотрим, что за рыба. Тихонечко. Вон он, хорошенький. А? Угу. Дергает рывками, как камыш. Вот он сейчас покажется. Ах ты. Ага, пока сидит еще. Конечно. Уйдет, так уйдет. Вот ушел. Ушел? Да. Шанс был. Грустная история на самом деле. Вот она, красота. Вот он рыбак, который сейчас, говорит, а-та-та устроит рыбки. Не, ну смотрите, а? Сами понимаете, да? Амура, кстати, жалко. Профакер. Ну, не, как говорится, опыт, которого нет, в частности, про меня. Шанс всегда должен быть. Да, я помню, у меня был случай на кобру, не знаю, это был амур или кто,
клюнул. Я в жизни не видел, чтобы так катушка крутилась. А это, кстати, я нашел. Во, кстати, прикол. Трещоточка. Да, не, ну это китайская фигня. А давайте, как в старые добрые, как я нахожу трофей, кому-нибудь подарим. Вот, в комментарии что-нибудь напишите. Почему именно вы должны выиграть эту катушку? Ну и почему она именно вам нужна? Мы посмотрим и подарим катушку. Я сам на такие не рыбачу. В общем. А что, тема интересная, приятная. Вам хорошо, мне хорошо. Иногда рыбалка вот так вот, по птичке. Зато какие виды. Не, ну нормально, что, на какие жертвы нужно идти, да, скажи. А вам потом, говорит, место покажи, говорит. Да не, шутка, я серьезно тут первый раз, чтобы вы это не подумали. Где-то там. Да, где-то, вон домик, ну, может, ориентир какой-то вам даст. Вон столб, коряга вон плавает. Не знаю, будет ли она там же плавать, когда вы будете, но все же. О, пошла жара. Молодой, как говорится, на опыте уже, шарит. Хорошенький там как будто. Слушай, нормально так давит. Давай, давай. Зацеп, как будто. Не подходит? Второй, да? На, держи это. Давай, пацак, только... Давай, пацак, мне. Давай. Сука, пошел. Да? Хорошо, да, начал мотать. Что-то есть. Ну-ка, давай, пацак. Подожди. Есть, да? Давай, 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 давай. Где он? Первый. Ну, почин. На верхний, да, взял? А там. Сейчас сойдет, смотри, рот открыл. Но небольшой. Да. Куда кидали? А вон туда, в траву. Взял. На мою козырную. Еще и так вцепился, смотри. О, дрожит. Змея я не отпускаю. Будет скушен, благо, смотри, как трясется. Испугался. Очень резкая подсечка была. Чуть-чуть подтяни ее. Здесь выйдешь. Тут крючок маленький.
далеко ушел, слушай, а? Он тут на ямке, да, вот стопудово? Не, это бойки может быть. Может быть, бойки, да, погода? Ну, слушай, ну давит. О, хороший, хороший. Да? Что-то опять перепутался, да? Вон он. Буруны, покажись. Нет, сазан. Хорошенький сазанчик, да? Да. Неплохой такой. Отражение идет, не видно. Такие хвосты красненькие, да? Дужечка? Да, где-то полтора, да? Полтора, ну. Ну приятно. Знаешь, кайфанул, как говорится. Ну, командная работа. Давай, Кирилл, покажем покрупнейший. Ну, взялся хорошо на самом деле. Классический. Вот такой вот. Красавец. Банда пиштанная. Зачетное фото, да? Ярик, он плавает, делает прикормиться, чтобы делал сазан ловиться. И амур тоже. Кто-нибудь, чтобы делал ловиться. В общем, вот так вот. Вот как-то так. И никак иначе. Кто кормит, тот ловит. Красота. Сейчас плаваем. Назад туда, немножечко перекусить надо, что-нибудь приготовить. И уже снова продолжить ожидать рыбку. Блин, минус колышек. Не минус? Это хорошо. Слушай, ну небольшой, как будто бы. Он даже это, фрикцион не тянет. Колокольчика дернешь? Не, вообще не сопротивляется. Сошел? Может, сошел, да, уже. Вводит вроде, смотри. Не, есть, да, что-то, но что-то небольшое, как будто бы. Ну, куда ты пошел? Сазанчик. Да, небольшой. Такой стандартный килушник. Ну, килушник. О, фрикциона. Ух ты! Не выдает, да, себя? На дне. Но тут лупит, когда его поднимаешь. Это амурчик? Амурчик? По-моему, да. Ну, такой, больше килушника, однозначно. Да, смотри, бьет как. Амурчик, 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 амурчик. Амур. Нормальный. Смотри, фрикцион как подводит, а. Я его как поднимаю, он сразу этот атакует. Понял, да? Что-то он сейчас крючок разогнет.
далеко? Давай, давай, давай. Блядь. Смотри, что мутит, а? Выбивает. Да, выбивает. Главное, чтобы это... Не подплывай. Не шугай его. Да. Подвожу. Я вот все за крючок переживаю. Я не успею даже его. Вот это бой. У меня уже рука онемела. Да, ну, ну приятно тащить. Смотри, уходит. Убегай, да? Дома. Все, круто. Все, папуль, теперь того доставай. Давай, я этого донесу, наверное. Ладно, слушай, давай, попыли. Поздравляю. Да, первый амур. Здесь нормально. Да. Хорошая ореха. Ну да, подсак нужен. Он какой. Амурич. Здоровенный. Красавец. Губач какой, а? Смотри, ну-ка. Пасть вот такая, короче. Воронка. И вот юный вываживатель вытащил. Молодец. Ну и куда же без фирменного блюда? Картофан жареный. На природе, на реке. Шареный, жареный. Пареный. Сейчас это дело еще с мяском забацаем. О, будет вообще бомба. Бомбочка. О, со шкварочками. Ух, сейчас я прям ее схаваю. Люблю я вот это вот дело. Кайфадония. Картошечка с грибами. С мяской в казане. Вкуснотища. Мясо растушенное до состояния тушника. Красота. Так, у нас тут поклевка случалась. Вот на этот спиннинга. Слушайте, а водички-то добавили. Так. Опять что ли пусто? Пусто! Карась, видимо. А? Да, надо было. Колокольчик этот скинуть. Коли тут ложная тревога. Вот сейчас попытаемся на жереха половить, так скажем. Сейчас немножко отойду от закидок. На мелике его погоняю на ратлин. Ратлин ручной работы от Дениса. Офигенные ратлины. Очень нравится на них рыбалить. У, какой у нас коктейл, да такой? Не, ну сейчас досолили и все эти манипуляции провели, которые необходимы были. Майонез есть, солюшка был. Ну-ка, дегустационный прибор. О, сок. Да. Да, так, где бы отцапать? Ух ты, вот тут прям мяско. Ну-ка. Угу. Вот это прям вкусно. Смак, смак. Так, где леска? Ух, горизонт ушел. Вот это что-то достойное. Движение.
далеко шарахнул. Нифига водит как, а. Не сказать, что самый здоровый, но боец. Вот он, да, прям отвалился. И опять на верхний, да? Отвалился. Убежать. Да. Амур, муж. Притворяется, типа нет. Ну да, не водит. За шиворот налился воды. Луся, принеси Куковской, пожалуйста. Куковской? Поближе. Я думаю, на Куковскую можешь. Да, я на варенку поставил. На варенку даже. В чашечке там лежит варенка. Ну или пусть на варенку и стоит. Вот так вот. У нас свечерело. Я сейчас собираю закида свои, мы уже домой. Вот. Ребята, Ярик тут еще с малым половят. До поздняков вот сазанчика одного взяли. А мы домой, чтобы по темнякам не ехать. Вот такие вот пироги. Вот такая вот получилась рыбалка, спонтанная. И вот очень даже прям рыбалка получилась в конце концов. Так, взвешиваем самого большого. Амурел. Нифига себе. 13. Ну что там, 7 килограмм? 13 килограмм. Это рекорд получается. Ну вот, следующего сейчас будем смотреть. Вот так. Так, а этот у нас был... Вот это не пятера. Да ладно. Вот это мы с тобой дуплетом, дядь. Так, давай следующего. Так, и взвешиваем того, которого на закид поймал. На кукурузку. Ну, этот полегче, да. Ну, 10 почти. Сейчас дрыгаться перестанет. 9, 10. 9800. Вот так-то. Господа, на этом наша рыбалка подходит к концу. С нами вот была сумасшедшая крутая команда. Кирюха, Ярик и Русик. Самый мощный, дерзкий. Самого здорового поймал. Молодец. Самый молодой и самый профессиональный рыбак. Сколько лет? Сколько? 12. 11-13, короче, где-то так. Ну, в общем, как и всегда. На этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся, но ненадолго, надеюсь. Выезды еще сделаем, покажем вам хорошую рыбалку. На самом деле, неожиданно эта вся рыбалка произошла. Мы приехали просто сказать так, отдохнуть субботу-воскресенье. А получился еще и контент. Видали, да, как бывает. Вот так вот. Всем до новых встреч. Увидимся на рыбалке. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Это очень приятно. Комментарии ваши всегда читаем. Ну, всем пока. Надеюсь, было интересно.